Батра, ты знаешь, что сейчас в моде круизные путешествия? Ну, наверное, он популярен среди путешественников с высоким доходом. А вот и нет. Наш эксперт по туризму Екатерина Цицорина расскажет, как можно выгодно отдохнуть за границей. Доброе утро, Катя. Доброе утро. Екатерина, расскажите, пожалуйста, что такое круиз и почему все больше людей предпочитают именно такой вид отдыха? Круиз – это прежде всего морское путешествие. Но сюда не стоит относить яхты, паромы, как многие заблуждаются, катера. Морские круизы осуществляются на суперсовременных лайнерах категории 5 звезд, где на борту масса развлечений. Это и театры, и кинотеатры, и детские клубы, и капитанские вечера, и тематические рестораны. Да, причем круглосуточное питание. Все это уже включено в стоимость круиза. Но основным преимуществом, конечно, является перемещение между странами, потому что не секрет, что за время круиза можно посетить несколько стран в одну поездку. И все удобство в том, что в наземных турах нет такого комфорта, как в круизах. То есть пока вы отдыхаете, развлекаетесь, посещаете различные мероприятия на лайнере, корабль медленно, но верно доставляет вас в очередную точку маршрута. А сколько длится минимум такое путешествие? Я знаю, что где-то полгода. Нет, круиз есть на от 5 дней. Я знаю, как минимум 4 дня. Есть на самом деле и кругосветные путешествия, и трансатлантические, то есть из одной точки Европы, предположим, в Америку. Но минимальное это 5 дней, 4-5 дней, и уже на увеличение. Ну, стандарт это, наверное... То есть это 5 дней, когда вот люди выезжают, и они как бы больше нигде не пришвартовываются, не останавливаются, а до следующего города? Или где-то все-таки? Нет, смотрите, это происходит так. То есть обычно ночь лайнер двигается, то есть люди посещают различные мероприятия, либо спят, кому как нравится, потому что развлечений много на любой вкус. А днем раз, они в городе утром, уже. Утром, да, они уже выходят в порту, посещают различные достопримечательности, берут экскурсии, гуляют по городу, затем опять заходят на лайнер, опять у них развлечения, отдых, какие-то спа-процедуры, а лайнер в это время двигается дальше. А есть ли у морских круизов сезонность? Морские круизы – это круглогодичные направления. Здесь стоит вопрос больше в сезонности регионах. Например, Средиземное море актуально только летом, потому что зимой там будет прохладно. А Юго-Восточная Азия, напротив, это более зимнее направление, так же, как и Персидский залив. Но есть и круглогодичные направления, такие как острова Карибского бассейна. Ну, еще есть такие эксклюзивные маршруты, как вокруг Японии круизы и даже на Северный полюс. Самый главный вопрос – насколько это дорого? Если я вам сейчас озвучу стоимость на человека от 35 евро в сутки, с учетом того, что это категория 5 звезд и все у вас это все включено в стоимость, я думаю, я развею ваши сомнения по поводу доступности данного направления. Кстати, по поводу Нового года. Во многих отелях не секрет, нужно доплачивать за новогодний ужин. На лайнерах это делать не нужно, с вас никаких доплат за новогодний вечер не возьмут. А отметите вы его так же шикарно, как и в отеле 5 звезд. Стоит задуматься, очень интересная информация. И на самом деле можно, наверное, забыть о своих страхах и хоть раз в жизни сесть на такой лайнер и поплыть, куда, да, значит, это, собственно, капитан его везет. Тем более, что это не так дорого. Да, очень доступно, мне кажется. Да. Ну, а нашим телезрителям мы желаем хорошего отдыха, если вы его планируете, потому что Екатерина нам все объяснила и посоветовала. Ну, а мы продолжаем.